понедельник в Самарской области будет малооблачно. Практически везде пройдет кратковременный дождь и гроза. Сохранится жаркая погода. Днем 29-33 выше 0, ночью плюс 22, плюс 24 градуса. Ветер будет дуть южного и западного направлений со скоростью 1,3 метра в секунду. В Сызрани небо закроет облака, пройдет дождь с грозой. Днем плюс 28, ночью 22 градуса выше 0. Ветер западного направления 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь и гроза. Днем плюс 30, ночью плюс 23 градуса. Ветер южный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачная гроза. Днем 30 градусов тепла, ночью плюс 22. Ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.